Приветствую всех на моем канале. Хочу вас порадовать вот этими замечательными флакончиками. Решила сделать уборку, и у меня за этим диваном стоит полный бардак. Вот эти ящики с парфюмерией. Потому что комната пока не готова, и температура здесь нормальная. Там все хранится, скажем так, в месте, недоступное для солнечных лучей, и все это хранится в коробочках. Вот смотрите, гора коробочек, и здесь я вам приготовила все флакончики, которые стояли сзади за этим диваном. Сейчас я уберу мою заколку. И, наверное, видео я не буду уже показываться, потому что я считаю, что и так есть на что смотреть, правильно? Давайте так. Вот эту красоту я в последнее время не носила. Некоторые носила, скорее всего, те парфюмы, которые стоят вот здесь, вот в этой части. Потому что я делаю уборку на вот этой полке. Вот эти три ряда стояли на моей полочке, на которой я сейчас делаю уборку. В общем-то, мне немножко они поднадоели, хотя они очень красивые, достойные. И мне хочется что-то новенького. Хотя у меня еще есть очень много парфюмерии. Это все в ящике, в коробочках. Пока комната не готова. Поэтому все это так стоит. Скоро будет уже готовая комната. Уже скоро. И мне хотелось достать парфюмы, снять для вас видео, порадовать ваш глаз, показать, что у меня есть. У меня есть то, что, может быть, вы когда-то видели в моих старых видео, если кто-то смотрит мои старые видео. Из этого вы поймете, что я заядлый коллекционер, что я не беру ни у кого парфюмы только для снятия видео. Я действительно покупаю ароматы, пользуюсь этими парфюмами, наслаждаюсь. И, скажем так, снимаю для вас видео, делаю, скажем так, обзоры по моему личному опыту. Все, что я слышу, я вам говорю. Многим нравятся мои отзывы. Многие покупают парфюмы, скажем так, по моим отзывам, и многие, очень много людей мне написали спасибо, поблагодарили, и мне это очень приятно. Мой любимый мисс Dior Cherie, это новенький New, вот этот у меня тоже есть. В общем, если кого-то раздражает моя большая коллекция, кто-то возмущается по каким-то причинам, ну, есть такие люди, то для вас, может быть, это видео будет не будет развлекательным, не будет вас радовать, потому что вы тоже, может быть, хотите, по какой-то причине можете злиться, что у вас этого нет, то вам лучше, скажем так, не смотреть. Но это только маленькая часть. Если бы я вам все показала, там есть что показать. Когда-то это произойдет. Это все мои Сержи Лютенсы. Если кому-то не нужны Сержи Лютенсы, я обязательно приму в подарок. Шучу, конечно, но может быть такое случится, кому-то не нужен, не знает, куда девать. Я приму с удовольствием. Я оценила этот бренд. Они очень интересные, эти ароматы от Serge Lutens. Действительно, для парфюманьяка, для
тех, кто любит что-то пробовать, и кому-то это даже очень и очень интересно. Вот, это очень красивый парфюм. Как мне интересно, то сделала, значит, такое вот оглашение. У меня только один амуаж, сель, но хотелось бы еще. Не все сразу. Замечательные парфюмы от L'Artisan Parfumer. Это шикарный парфюм для мужчин. Здесь немножко сверху, видимо, припыленные, потому что я их пока не протирала, так как делаю уборку. Так что после этого видео все будет протираться, потому что они стояли на полочке и немножечко пыль припала за несколько дней. Потому что на вот этих флакончиках, как вы видите, пыли нету. Но пыль — это такая зараза, что она проникает сквозь мелкие щели. Вот такая вот красота. Вот этот парфюм от Dolce Gabbana, все-таки я его не поняла. И, по-моему, я им пользоваться не буду. У меня все-таки болит голова от него. Замечательный парфюм от Profumo del Forte Виктория Пуана. Ну вот и все. Я вам показала парфюмы. Что я буду выбирать, я не знаю. Сейчас буду перенюхивать и подбирать для себя то, что бы я хотела сейчас носить. И, может быть, потом даже вам покажу, что я выбрала. На этом с вами попрощаюсь. Всего доброго. С вами была Татьяна. Пока-пока.